Мы начинаем потихонечку предвкушать Рождество, да? Слава Богу. Действительно, один из самых радостных праздников. Как для взрослых, так и для детей. Правда ведь? Дети особо ждут. Да, Рождество? Конечно, даже знают почему. Мы можем воскресную школу отпустить, да? Можете идти, детки, на воскресную школу. Мы с вами сегодня завершим тему, которую мы начали 2 недели назад. Мы говорили с вами об Иоанне Крестителе. Помните, да? События, которые предшествовали, или человек, который предшествовал Иисусу Христу. Все мы с вами являемся чьими-то учениками. Хотим мы этого или нет. Кто-то нас чему-то в жизни научил. Правильно? Знаете, когда ребенок растет, и когда он приходит со школы, родители радуются, когда в каком-то классе он приходит, от него начинают вонять сигаретами, то родители начинают понимать, что в жизни этого ребенка какой-то учитель появился, который научил его курить. Или что-то подобное. Что-то шумит. Я не знаю, что. Это я? Ага. Ваш микрофон шумит. Похоже, что не он. Чьими-то учениками, нас кто-то чему-то всегда учит, если мы сами этому поддаемся, так или нет. Более того, мы сами в какой-то степени являемся учителями, мы чему-то людей вокруг себя учим всегда. Когда люди соприкасаются с нашей жизнью, они что-то начинают понимать, может быть, по-другому. Если они начинают действовать или жить согласно нашим действиям или словам, то я вам гарантирую, вы обрели ученика. Примеров в жизни очень много, я не буду распыляться. Просто хотел бы посмотреть на Иоанна Крестителя и на его учеников. Чему он смог их научить? Что он смог передать людям, которые стояли рядом с ним, которые ему поверили и поверили в него лично? Что Иоанн Креститель смог с ними сделать? Чего он мог добиться? Вы знаете, люди в этом мире всегда ищут каких-то последователей для того, чтобы иметь как можно больше толпы за собой, для каких-то там предвыборных кампаний или для чего-то еще. И вы знаете, Иоанн Креститель дает нам очень-очень хороший, правильный пример того, что нужно делать с людьми, внимание которых мы смогли привлечь в этой жизни. Если вы родители, у вас есть дети, я вам гарантирую, эта проповедь уже для вас. Потому что вы уже привлекли внимание ваших детей тем самым, что вы их родили и что вы о них заботитесь. Они что-то от вас узнают. Если вы планируете быть родителями, то тем более эта проповедь вам сегодня необходима. У нас немного шумно на балконе, потому что у нас уже больше и больше маленьких детей в церкви. Это означает, что у нас больше и больше учеников. Это означает, что у нас больше учителей в церкви. Иоанн Креститель и ученики, так называется сегодняшняя проповедь. Во-первых, Иоанн Креститель смог направить учеников следовать за Иисусом Христом. И это очень важно. Иоанн Креститель смог направить учеников следовать за Иисусом Христом. Давайте мы с вами прочитаем. Мы с вами сегодня коснемся нескольких достаточно больших отрывков из нескольких Евангелий. Но это необходимо. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 29 стиха. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса. То есть события следующие. Иоанн Креститель имеет служение, к нему люди приходят, крестятся, каятся. И вот написано, что в очередной день он стоял, а вот на следующий день вот что происходит. Он видит к нему, идущего к нему Иисуса и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей, о котором
Я сказал, за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю. И свидетельствовал Иоанн, говоря, и видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал, на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым. Я видел и засвидетельствовал, что сей есть Сын Божий. На другой день опять стоял Иоанн, и двое из учеников его, увидев идущего Иисуса, сказал, вот Агнец Божий. Смотрите очень внимательно. И услышавши от него сии слова, оба ученика, что сделали? Пошли за Иисусом. У Иоанна Крестителя к этому моменту уже очень успешное служение. То такое служение, которое многие люди бы хотели иметь. Реально от его действия, от его слов вся страна пришла в движение. Люди к нему тянулись. Кто-то приходил просто узнать ответы на свои вопросы. Помните, мы в прошлое воскресенье говорили с вами об этом? Кто-то интересовался им лично. Кому-то просто было интересно, что же за движение там на Иордане. Знаете, люди путешествовали немалое количество километров только для того, чтобы познакомиться с Иоанном Крестителем. Все вокруг понимали, что происходит что-то необыкновенное. И были те, которые реально, сознательно каялись перед Богом в своих грехах и смирялись перед Ним, и поэтому они принимали крещение. Но были те, которые пытались найти в Нем что-то не очень хорошее, для того, чтобы нам его в чем-то обвинить. Вы знаете, как все влиятельные люди, Иоанн стал таким, он этого не хотел, но он стал влиятельным человеком, как все влиятельные люди, он имел учеников. Он имел тех, которые поверили в Него, поверили Его словам, увидели Его жизнь. И вы знаете, они захотели быть рядом с Иоанном, они захотели разделить его жизнь, они увидели ценность в его словах, в его действиях, причем ценность увидели для своей собственной души. Ну, знаете, вопрос ученичества, он очень интересный, потому что вопрос ученичества очень сильно связан с отношением человека к самому Иисусу Христу. Это очень важная тема. Если сегодня спросить, сколько на самом деле ты взрастил учеников Иисуса Христа, то это вопрос будет не очень популярный, и вслух его нельзя задавать. Многим людям будет стыдно. Вы знаете, я людей знаю, которые родились в верующей семье, просидели всю жизнь на церковной скамье, и они не смогли воспитать ни одного ученика Иисуса Христа. Ни одного. Они всю жизнь живут лозунгом «Мне бы хоть как-то переползти порог Царства Божьего», уже не говоря о всех остальных. Но это неправильное отношение. Вопрос ученичества, он важен для нас, потому что мы должны стать учениками Христа. Мы сами в первую очередь, а во-вторых, мы должны и других людей направить следовать за Христом. Вы знаете, когда пастыря встречаются вместе, угадайте, какой один из самых первых вопросов? Вы не знаете, да? Ну, кто из вас знает, вы не дадите мне соврать. Один из самых первых вопросов, они друг друга спрашивают, сколько у вас людей в церкви? Правильно? И вот меня часто спрашивают, я раньше давал какую-то цифру, но потом я перестал это делать. Вот на протяжении, наверное, последних 5 лет, я вам честно скажу, я не знаю точное количество людей у нас в церкви. Я всегда отвечаю так. Я не знаю, сколько у нас церкви. Они говорят, как так? Я говорю, я знаю, сколько у нас учеников Христа. И, как правило, другие пастыря так останутся и говорят, ты знаешь, это так, действительно. Потому что просто быть членом церкви или просто быть верующим, это ничего не значит. Важно, если ты стал последователем Иисуса от всего твоего сердца. Аминь. Если ты не стал его последователем, зря греешь здесь в стул. Он и без тебя согреется. Важно стать последователем Иисуса Христа. Настоящее ученичество всегда будет зависеть от
учителя, от Иисуса Христа. Это очень важный момент, потому что те люди, которые это усвоили, они действительно плодотворны в своей жизни. Еще до того, как Христос дал великое поручение, кто не помнит его? Все с вами во все дни до скончания века. Матфея 28 глава. Христос перед Вознесением говорит, все с вами во все дни до скончания века. Итак, идите. Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, учая их соблюдать все, что я повелел вам. И вот я буду с вами всегда. Вот прежде чем Христос дал это повеление, Иоанн уже его исполнил. Он уже готовил учеников, которые последовали бы за Иисусом Христом. Рядом с ним мы читали, было ли двое. Кто не знает, как их звали? Недавно был праздник в православии. Праздник кого? Андрея Первозванного. Почему Андрея Первозванного? Потому что Андрей был один из первых учеников, которые были призваны следовать за Господом. Ну, первозванный немножко неправильно звучит. Правильнее было бы сказать, Андрей первый ученик или первый последовавший, потому что Христос не сказал ему, пошли за мной. Иоанн говорит Андрею, и рядом был еще кто, помните? Филипп. Два ученика, он говорит, вот Агнец Божий. И они ничего не сказали, они ничего не спросили Иоанна Крестителя, они не спросили его, а что нам делать, а зачем ты это сказал? Они просто повернулись и последовали за Иисусом. Они поняли, что есть тот, за которым надо идти. И посмотрите, Иоанн Креститель не боится остаться один. Для него вопрос его большой церкви, это не вопрос вообще. Для него вопрос Царства Божьего, самый главный вопрос. Это намного важнее, чем сколько останется возле меня и вокруг меня, и будут рядом со мной. Вы знаете, вопрос Царства Божьего, он всегда больше, чем мы с вами. Вопрос Царства Божьего, он всегда больше, чем вопрос хорошего проповедника, или уютной церкви, или... Он всегда важнее, чем вопрос красивой церкви. Вопрос Царства Божьего – это больше, чем вопрос круга моего общения. Знаете, Бог призвал нас не делать себе учеников, Бог призвал нас делать Ему учеников. Я вам скажу, что все, не все, но почти все люди Божьи всегда в конце жизни остаются одни почему-то. Но после них остается огромнейшее наследие последователей Иисуса Христа. Если ты стал учеником Господа, будь готов, что, возможно, это будет твоя участь, которую тебе надо будет разделить. Вы знаете, это глубочайшая мысль, которая последуется во всем Новом Завете. Успех Царства Божьего. Вот что важно. Сегодня есть современное так называемое ученичество. И оно мирское, оно не евангельское. Современное ученичество, которое проникло из мира сюда, оно зиждется на какой-то личности. Вот важный человек, вот хороший человек, вот прекрасный оратор, вот красноречивый, вот он такой хороший пастырь, и вот рядом с ними нигде больше. Может быть, да, но временно для того, чтобы самому взрасти. Аминь. Это не вопрос того, что люди должны смотреть на людей всегда. Люди должны смотреть на Господа, потому что Господь самый важный и главный учитель. Вы знаете, многие лидеры христианские очень этим обольщаются, искушаются, и потом вся их жизнь рассчитана на то, чтобы как можно больше издать своих книг, как можно больше популярности завоевать среди людей и так далее. Я не говорю, что все, но есть те, которые искушаются этим очень сильно, и люди начинают их чуть ли не боготворить. У нас только есть один Господь, которого надо боготворить, это Иисус Христос. Аминь. При входе вы все получаете программу, там где написано «Церкви Агапы». И там очень ясно и конкретно написано, что цель нашей церкви – это что сделать? Привести людей к Богу и помочь им стать учениками Иисуса Христа. Вот наша цель. Некоторые люди иногда приходят и говорят, у вас столько пустых мест. Надо что-то сделать, чтобы заполнить их.
И да, иногда некомфортно, особенно когда смотришь со сцены, видишь, иногда бывает такое, что пол зала полных, а потом думаешь, а к этому ли призвал Господь? Господь призвал к тому, чтобы как можно больше людей последовали за Иисусом. Вот что важно. Как можно больше учеников, чтобы были у Иисуса Христа. Иоанн не делает ничего необычного. Он даже не манипулирует этой ситуацией. Он ничего не говорит своим ученикам. Он прекрасно понимает, что его миссия в том, чтобы люди, которые находятся рядом с ним, в один день начали следовать за Иисусом и оставили его. Да. Именно, он это понимает, что в этом смысл ученичества. Он их взрастил, и они дальше следуют за Христом. Более они крестители не нуждаются. Почему? У них есть Господь, за которым надо идти. Это мастерство, которым обладают далеко не многие люди. Далеко не многие. Но если мы смогли именно этим мастерством обладать, то мы сможем много людей, многим помочь стать учениками Иисуса Христа. Читаешь, вы знаете, были церкви, в которых он побывал всего один раз, насадил и ушел, но потом он пишет им такие слова, он говорит им: «Вы слава моя». Кто-то, может быть, там на него возмущался со временем и так далее, но он пишет: «Вы слава моя». Почему Павел писал такие слова? Он прекрасно понимал, что люди, которых он смог наставить, чтобы они следовали за Христом, это его слава. Награда от Господа его ожидает именно за это. Вы знаете, апостол Павел тоже умер в одиночестве. Был казнен в Риме. В одиночестве он в конце жизни писал: «Все меня оставили». И ты думаешь, что это за великий лидер, который умирает в одиночестве, и все его оставили? Да, но какое наследие он после себя оставил? Сколько людей последовали за Христом? Ученичество – очень серьезный вопрос. Он стоит в зависимости от Иисуса Христа. Всего лишь несколько фраз говорит Иоанн об Иисусе Христе. Посмотрите. Во-первых, Иоанн раскрывает ученикам сущность служения Христа. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Если вы хотите взрастить ученика Иисуса Христа, первое, что вам нужно сделать, сказать этому человеку о сущности служения Иисуса. Что Иисус не пришел сделать тебя богатым, счастливым и здоровым. Нет. Он делает некоторых богатыми, некоторых он делает здоровыми, а некоторых он делает счастливыми. Но некоторых он делает бедными, некоторых он делает несчастными, а некоторых он делает больными. Так бывает. Не в этом сущность служения Христа. Христос о себе сказал, что я пришел не для того, чтобы мне служили, но чтобы послужить и положить жизнь свою за многих. Иоанн Креститель в точности это отражает, что Христос – это Агнец Божий. Это как ягненок, которого приносили в жертву за грех человека. Христос пришел для того, чтобы его принесли в жертву за наши грехи. Вот сущность его служения. И если люди это хотя бы это поняли, поймите, старт хороший, старт правильный. Правильное начало, правильное понимание того, для чего Христос пришел на эту землю. Потом Иоанн Креститель открывает вечную природу Христа. Он говорит: «Сей есть, о котором я сказал, что за мною идет муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня». Интересно, да? Он так вот описывает три времени. Он идет за мной, он стал впереди меня. Но он всегда был передо мной, он был прежде меня. То есть он говорит, Христос, он это не просто человек, это Бог, вечный Бог, который всегда был, всегда есть и всегда будет. И то, что я сейчас пришел и о нем возвещаю, это еще ни о чем не говорит. Это просто-напросто подтверждает тот факт, что Бог выбрал такой несчастный сосуд Иоанна Крестителя для того, чтобы явить, чтобы приготовить дорогу этому вечному Спасителю, который всегда был. И Христос еще ничего не сделал. Иоанн говорит: он уже передо мной стал. Он уже во всем меня опередил. Вы знаете, вечность Христа, его божество, это то, что надо понимать. Это то, что делает его всегда первым. Никогда вторым его не делает.
Иоанн Креститель раскрывает учениками всего народу, всему народу суть и роль своего служения. Он говорит: «Я не знал его, но для того пришел крестить в воде, чтобы он явлен был Израилю». Мы с вами уже говорили об этом, что суть его служения была не чтобы собрать очень большую толпу поклонников и так далее. Суть служения Иоанна Крестителя была в том, чтобы что сделать? Явить Христа Израилю. Еще одну вещь он делает, он объясняет тот знак, то знамение, которое Бог послал. Свидетельствовал Иоанн и говорил. Вот понимаете, несколько фраз, которые просто дают людям понимание того, кто такой Иисус. Свидетельствовал Иоанн, говоря: «Я видел Духа, сходящего с неба, как голубя, и пребывающего на нем. Я не знал его, но пославший меня крестить в воде сказал мне: на кого увидишь Духа, сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Всего лишь несколько фраз. И вот ученики, которые стоят рядом с Иоанном, они понимают, кто такой Иисус, какова его миссия, зачем здесь Иоанн. И самое важное, они поняли, что им надо делать. Вот Агнец Божий, который берет грех мира на себя. Вот эта вот фраза, которая стала решающей. И видя это, и Андрей, и Филипп, они все оставляют. Они оставляют Иоанна, они оставляют вот этот вот весь ажиотаж, который был вокруг служения Иоанна. И они идут за человеком, которого они увидели первый раз в жизни, и они даже не знают, что там будет. Они не знают, что их ждет. Они ожидают там великого политического движения, а может быть их ожидает смерть на следующий день. Мы не знаем, но они знают только одно. Есть тот, и нам понятно, вот именно за этим идти надо. Спасибо, Иоанн. Большое тебе спасибо. Пожали руку. И куда идем? Идем за Иисусом. Почему? Иисус самый главный. Он Агнец Божий. Он Искупитель. Он является заместительной моей жертвой. Это очень важно понять, кто для меня Христос. Апостол Павел когда-то писал во втором послании к Коринфянам в 5 главе, 15 стих. «А Христос умер за всех, Он говорит». И в 21 стихе: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». В сущности, Иисус занял наше место. Ученики это поняли еще до того, как Христос это сделал, что есть Тот, Который займет место на кресте Голгофы. Если мы читаем дальше с вами Евангелие от Иоанна, знаете, что происходит дальше? Андрей и Филипп становятся очень быстро учениками Христа. Они следуют за Христом, и Андрей говорит: стоп, подождите минуточку, сейчас я приду. Он идет, находит своего брата Петра. А Филипп идет, находит своего друга Нафанаила. И у Христа уже не два ученика, а четыре. То, как оно было, это другой вопрос. Но смотрите, ученичество, когда оно правильно, когда оно сконцентрировано на Иисусе, а не на человеке, хоть и популярном, хоть и известном, когда оно сконцентрировано на Господе, ученичество растет в больших пропорциях. Почему? Потому что люди понимают, с кем они встретились, с кем они познакомились. Они понимают, что Христос нужен не только им, Христос нужен и моему ближнему, и моему брату, и моему знакомому, и моему другу, и даже моему врагу. Всем нужен Христос. Это хороший пример ученичества. Для распространения евангельской вести людям надо указывать на Христа, не на людей, на Иисуса Христа. Вот еще один случай, который описывает Иоанн. Евангелие от Иоанна 3 глава, которая тоже говорит об ученичестве, с 25 стиха, у вас есть текст. «Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. Судя по времени, новые ученики появились у Иоанна Крестителя, да? И они при нем остались, они еще за Христом не последовали. И вот у них произошел спор с иудеями. И пришли к Иоанну и сказали ему: Рави, учитель, тот, который был с тобой при Иордании, о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему.
Вот крестил не Христос, а ученики, да? И а что же делать? Иоанн сказал в ответ: не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал: я не Христос, но я послан перед ним. Имеющий невесту, есть жених. А друг жениха – это стоящий и внимающий ему. Радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умоляться. Было немножко больше учеников, да, оказывается. Были те, которые еще не последовали за Христом, но слышали о Христе. И знали, и слышали свидетельство Иоанна. И они были рядом с ним, внимали ему. Вы знаете, они даже яростно отстаивали своего учителя, его точку зрения, его учения, ревновали о его служении. Они совсем не были довольны той конкуренцией, которая появилась. Это все признаки людей, которые не следуют за Богом. У них дух конкуренции всегда есть. У них всегда желание на себя одеяло потянуть. Но посмотрите, что Иоанн им отвечает. Что есть тот, кто важнее. Он говорит: я всего лишь навсего друг жениха. Свадьба не моя. Жених — это Христос. А я всего лишь друг. Вы, ребята, не на том концентрируйтесь. Не на мне. О чем вы спорите там с иудеями? Зачем? Я же вам сказал, за кем надо следовать. Я же вам сказал, кто главный. Я же вам объяснил, что Иисус, Он, за Ним надо идти. И посмотрите последние слова, которые говорит Иоанн Креститель. Ему должно что? Расти. А я останусь там же. Нет. Он говорит: Христу нужно расти, а мне нужно умоляться. Чтобы как можно больше было молва о нем, и чтобы люди как можно меньше говорили обо мне. Это путь смирения и собственного унижения. И он не популярен в этом мире. В миру наоборот. Христос популярный. Ну и я тоже должен быть популярным. Ну я же о Христе говорю. Ну как так, чтобы о нем сказали и мое имя не упомянули? И он говорит: нет. Неправильно. Он растет, а я ухожу из картины. И это очень хорошее, здравое ученичество, если вы с кем-то общаетесь, а Господи, они могут восхищаться вашей верой и так далее. Но смысл в том, чтобы этот человек начал идти за Иисусом и про вас забыл. Если вы добились этого, вы очень хороший ученик Христа и хороший учитель от Господа. Если люди начали концентрироваться на Христе, но не на вас, скажите «Аллилуйя» и «Слава Богу». Иоанн Креститель не только направил своих учеников, он еще их научил искать Христа. Это второй пункт. У него жизнь была интересная, Иоанн Креститель не мог молчать, когда он видел грех. И вот он не стал местным политикам и правителям чесать уши о том, как хорошо они там заботятся о народе и так далее. То есть был местный царь из семейства Иродов. У них очень интересная семья была. Они все были испачканы в крови. Отец сыновей мог зарезать и так далее и тому подобное. Вот был местный царь Ирод, очередной сын того великого Ирода, который побил всех младенцев, зарезал в Вифлееме. Один из его сыновей. Так вот, вот этот сынуля своего брата замочил и забрал его жену. Простите, что я на таком жаргоне говорю. Но это так. Он его просто предал смерти, забрал его жену, и они жили как бы все нормально. И Иоанн его начал обличать и говорить, что он не должен так делать. После чего его заточили в тюрьму, конечно же. И вот в Матфея, в Евангелии от Матфея, в 11 главе мы читаем такие слова. Когда Иисус окончил наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, услышав в темнице о делах Христовых, послал двух из учеников своих сказать ему: «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?»
И сказал им Иисус в ответ: «Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и нищие благовествуют, и блажен, кто не соблазнится о мне». Проходит немалое количество времени, и мы видим, что у Иоанна все еще есть несколько учеников. И посмотрите, будучи в темнице, Иоанн делает что-то очень необыкновенное. Вместо того, чтобы ожидать, что возле него кто-то останется и будет ему служить, он их отправляет к Иисусу с одним вопросом. Кто ты такой, Христос? Ты ли тот? Скажите, сомневался Иоанн в Христе или нет? Мы не знаем. Может да, может нет. Я думаю, что он не сомневался. После того, когда он видел знак возле крещения, на крещении Христа, после того, как он свидетельствовал о нем, у него не было сомнений. Тем более он знал, что делает Христос, он слышал о его делах. Но посмотрите, у Иоанна большая сейчас проблема. Иоанн в тюрьме. В тюрьме за свое свидетельство. И рядом с ним ученики, и он прибегает к очень интересной тактике, как их научить следовать за Христом. Он им говорит: идите спросите его. Нуждался ли Иоанн тогда в поддержке людей? Более чем кто-либо. Знаете, тюрьмы первого века немножко отличались даже от советских тюрьм 20 века или 21-го. То есть, если у нас в тюрьмах, ну, хоть какие-то там условия есть, они не самые шикарные, но что-то есть, там ничего не было. Болезни гуляли в этих тюрьмах на широкую ногу, и там не было такого, что ой, кто-то начал чихать, ему срочно врача вызывали или что-то подобное. Не-не-не. Была полная антисанитария. Люди умирали. Как мухи просто умирали. И всем было наплевать, почему. Он все равно в тюрьме сидит. Что его кормить? С казны государства. Пусть лучше там подохнет и все. Там происходили регулярные избиения, истязания. Полное отсутствие прав заключенных. Не было никаких организаций, как в наше время есть, которые борются за права заключенных. Была очень сильная зависимость от внешней помощи, общения и так далее и тому подобное. Она тоже сегодня есть, но тогда она была намного больше даже, чем сейчас. И знаете, находясь в таких условиях, Иоанн Креститель хочет своих учеников чему-то научить. И вместо того, чтобы поддержать их возле себя, он говорит: идите к Иисусу. Идите спросите его, ты ли тот? Иоанн не нуждался в этом свидетельстве. Он знал, кто такой Христос. Чего он хотел? Чего он хотел добиться? Он хотел, чтобы вот эти ученики, которые все еще его навещали, это неплохо, что они его навещали, но он хотел их научить, что Христос тот, за которым надо идти. И даже находясь в тюрьме, находясь в лишениях, находясь вместе, в ущерб себе, Иоанн все равно направляет их за Христом. Направляет их, чтобы они научились у Иисуса Христа, чтобы они увидели, от кого люди получают исцеление, от кого получают воскресение, кто есть тот, который меняет сердца людей. Это жизнь в ущерб себе, ради блага другого. Это непопулярная жизнь. Вы нигде сегодня в мире не найдете рекламу именно такому образу жизни. Живи в ущерб себе. Нет, сегодня мир проповедует обратное. Живи что? В удовольствие себе. Живи в угоду себе. Делай так, чтобы тебе было хорошо. Делай так, чтобы все было сконцентрировано на твоих собственных желаниях. И когда твои желания будут восполнены, ты станешь счастливейшим человеком. Я еще таких не встречал. Знаете почему? Желания людей не заканчиваются. И восполнить их нельзя ничем. Даже если ты смог это сделать на короткий промежуток времени. Очень хороший пример. Мы сейчас по средам изучаем послание к Филимону. Одна глава, коротенькая. Те из вас, кто ходят, вы, наверное, знаете, о чем я сейчас буду говорить. Апостол Павел
находится в тюрьме в Риме. И он встречает там молодого человека, которого звали Анисим. Анисим был беглым рабом, который что-то сделал, натворил, убежал от своего хозяина. Его хозяина звали Филимон. Филимон был верующим человеком. И этого Анисима где-то поймали и посадили в тюрьму в Риме. И оказалось так, что он оказался рядом с Павлом. Если бы меня когда-то посадили в тюрьму, я тоже хотел сидеть рядом с Павлом. Он не знает, кто такой Павел. Павел начинает ему благовествовать, и Анисим уверовал в Иисуса Христа. Его должны освободить. И Павел пишет письмо к Филимону. Дает его в руки Анисиму и говорит: иди назад к Филимону. Интересная ситуация. Павел находится в тюрьме, где он сам нуждается в заботе и опеке. Даже в этом послании он пишет Филимону и говорит: ты мне нужен для того, чтобы ты мне служил. И он в этом послании пишет: я бы хотел, чтобы Анисим остался и помог мне здесь, но считаю, что лучше для него и для тебя, если он к тебе вернется. Потому что где же логика? Просто напиши Филимону письмо, что он уверовал, здесь находится, все в порядке, душа спасена. Нет. Павел делает что-то очень необыкновенное. Он понимает, что Анисим должен стать не учеником Павла, а должен стать учеником кого? Иисуса Христа. И для этого Анисима нужно было отправить домой, чтобы он принес это письмо к Филимону и сказал: да, я твой раб, но теперь я твой брат во Христе. Я бы мог остаться возле Павла, но Павел понимает, что Анисиму нужны личные отношения с Богом, личное хождение со Христом, личное доверие Богу. И знаете, это письмо доходит до Филимона. Почему? Потому что в жизни Анисима что-то произошло. Иисус Христос когда-то сказал такие слова: если кто-то хочет пойти за мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за мной. На этом Христос не останавливается. Он потом говорит такие слова: кто хочет душу свою, жизнь свою сберечь, тот ее потеряет. Весь мир проповедует о созидании жизни и души. И Христос говорит: кто хочет так жить, считай, что ты потерял свою душу. А кто потеряет душу свою ради меня, тот что сделает? Тот наоборот сбережет ее. Это очень сильные слова. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Жизнь в ущерб себе. На такое способен только ученик Иисуса Христа. Да. Тут мы все можем проверить, являемся ли мы учениками Иисуса Христа. Тот человек, который теряет свою жизнь ради Христа, он на самом деле ее приобретает. У всех из вас была ситуация, когда у вас дома выключали свет? Было или нет? Недавно у нас тоже был на Буйкове. Мы сидим вечером, раз, погас свет, детей ложить надо спать. Я выглядываю в окно, вижу половину Буйка. Черный. Нигде ничего нет. Вы знаете, когда такое случается, мы берем, что бежим, ищем свечу и зажигаем ее. Скажите, эта свечка, она вечная? Нет. Она может дать свет только в том случае, если что произойдет? Если она будет сгорать сама и тлеть. То есть свеча не может давать свет и оставаться полноценной. Если мы рассчитываем то, что она будет светить, то это гарантированно, что она будет сгорать для себя. Чтобы другие люди имели освещение. Вот путь следования за Христом. Сгорать для себя, чтобы другие люди знали Христа и следовали за Ним. Это жизнь в ущерб себе. Несколько применений. Во-первых, у нас есть тенденция ориентироваться на людей. Однако Бог учит нас, чтобы мы не привязывали свою жизнь ни к какому человеку. Да, Бог посылает людей к нам в жизнь, но на время, чтобы мы увидели Христа через эти ситуации. Родители даны детям для того, чтобы взрастить детей и отпустить их, чтобы они следовали самостоятельно за Христом. Божие желание для нас, чтобы мы были привязаны к кому? К Господу Иисусу. Да, именно Господу Иисусу. Второе, давайте мы постараемся учить людей
следовать за Христом, учить людей следовать за Агнцем Божьим, потому что Он за них положил жизнь, не мы. Христос это сделал, не я, не ты, не кто другой. Наконец, последнее. Иоанн Креститель смог воспитать учеников быть верными. Евангелие от Марка, 6 глава. Посмотрите, мы их посмотрели. Иоанна, Луки, Матфея, теперь Марк. Я же говорю, все евангелисты говорят об Иоанне Крестителе. Евангелие от Марка, 6 глава. Царь Ирод, 14 стиха. «Услышав об Иисусе, ибо имя его стало гласным, говорил, это Иоанн Креститель, воскрес из мертвых, потому что чудеса делаются им». Задрожал, да, бедняга. Другие говорили, это Илья, а иные говорили, это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал, это Иоанн, которого я обезглавил, он воскрес из мертвых. Ибо сей Ирод, послав, взял Иоанна, заключил его в темницу за Иродиаду, жену Филиппа, брата своего, потому что он женился на ней. Ибо Иоанн говорил Ироду, не должно тебе иметь жену брата твоего. Иродиада же, злобясь на него, желала убить его, но не могла. Ибо Ирод боялся Иоанна, зная, что он муж праведный и святой, и берег его. Многое делал, слушаясь его, и с удовольствием слушал его. Посмотрите, да? Вот этот нечестивый царь, он увидел в Иоанне нечто необыкновенное. И он не хотел ничего с ним делать, он даже слушался его совета, это был как советник для него. Настал удобный день, когда Ирод по случаю дня рождения своего сделал пир вельможам своим, тысяченачальникам и старейшинам галилейским. Дочь Иродиады вошла, плясала и угодила Ироду с возлежавшим с ним. Царь сказал девице, проси у меня, чего хочешь, и я дам тебе. Некоторые историки говорят, что это не просто был хор молдавианский, она там танцевала, что это был танец очень такой сексуальный и развращенный. И он клялся ей, чего не попросишь, у меня дам тебе даже до половины моего царства. О, какой честь. Она вышла и спросила у матери своей, что попросить? Та отвечала, головы Иоанна Крестителя. Посмотрите, голова Иоанна Крестителя была дороже половины царства. Интересно. И она тотчас пошла с поспешностью к царю и просила, говоря, хочу, чтобы ты дал мне теперь же на блюде голову Иоанна Крестителя. Царь опечалился, но ради клятвы и возлежавших с ним не захотел отказать ей. И тот час, послав оруженосца, царь повелел принести голову ему. Он пошел, отсек ему голову в темнице и принес голову его на блюде и отдал ее девице, а девица дала ее матери своей. Что она делала с ней, не знаю. Вот что написано в последнее. Ученики его, услышав, пришли, взяли тело его и положили его в гроб. Конец жизни Иоанна Крестителя, его смерть. Вы знаете, по моему мнению, такой человек такой смерти не достоин. Иоанн Креститель не достоин такой смерти. Как минимум, я думаю, что Иоанн Креститель должен был дожить до глубокой старости, насыщенный годами. Умирать в кругу детей, внуков, правнуков. Ведь великий муж Бог. Желательно к этому времени, чтобы у него было несколько особняков с прислугой. За всю жизнь он смог поездить, повидать мир. Может стать известным местным политиком или активным участником гражданского общества. Может пастором местной общины и умереть тихой своей смертью. Скажите, кто из вас мечтает именно о таком? Не поднимайте руку, но основная масса людей рассчитывает, что именно так будет в жизни. Это я знаю. Я сам так хочу уйти из жизни. И несправедливый конец у него, несправедливая смерть. Он умирает, как исполнение прихоти нечестивых людей. Кровожадная мать, кровожадная дочь, развратница. Кровожадный Ирод. Все они празднуют, у них праздник жизни. У них день рождения, у них гулянка. Они отдыхают.
нас так это называют, да? Отдыхают. Праздник. Вино рекой. Все замечательно. И почему? Что бы еще захотелось бы? Ну, что бы такого вот изысканного? Вот, ну, давай станцуй. Так угодило. Давай, хоть, ну, хоть что-то. Ну, праздник должен же быть украшен как-то. Давайте украсим ее головой Иоанна Крестителя. Я не буду говорить о статистике того, сколько таких праздников заканчиваются подобными случаями в наше время. Просто хочу сказать, что мир наш, он в празднике. А когда в большом празднике, хочется чьей-то крови. И всегда крови праведников. Почитайте книгу Откровения. Мы вот сейчас заканчиваем чтение Библии, кто еще не закончил. В книге Откровения очень часто упоминаются люди, которые были убиты за свидетельство Иисуса Христа. Иоанн Креститель после себя оставил великое наследие. Его ученики не бросили его тело. Они обезглавленное тело пошли, взяли, нашли и похоронили. Они остались верными. И это немаловажно. Знаете, некоторые люди живут так, как будто бы они никогда не собираются умирать. Это, к сожалению, так. К сожалению. Они так строят отношения с близкими для них людьми, что непонятно, кто их хоронить будет. Всю жизнь такие отношения живут, как кошка с собакой, но рассчитывают, что когда они умрут, то о них позаботятся, о их теле позаботятся. Знаете, надо жить таким образом, чтобы не страшно было и умереть. И знать, что есть люди верные, оставшиеся после тебя. Аминь. Самое важное, нужно уметь умирать, зная, что ты имеешь мир с Богом. Если ты в своей жизни сможешь людей направить за Христом, если ты сможешь научить их следовать за Иисусом, то я тебе даю гарантию, Слово Божие дает гарантию, что даже если что-то с тобой случается, Бог пошлет людей, которые о тебе позаботятся. Так всегда работает. Бог своих верных не оставляет на произвол судьбы. Будет тот, который придет и позаботится даже в самую великую нужду. Даже когда такое ощущение, что уже никто не остался, Бог пошлет верных людей. Знаешь почему? Потому что ты всех своих верных отправил за Христом. У Христа будет тоже кто-то, кого Он правит за тобой. Не так ли умер наш Господь Иисус? Нечестивые люди, у которых праздник жизни, они его распяли, они его предали смерти, они смеялись, им радостно было, что Господь Иисус уничтожен, распят, ничего с ним уже сделать нельзя, все, избавились от проблемы. Но знаете, смерть Христа только увеличила количество тех, кто последовал за Господом. Знаете почему? Потому что Христос всю свою жизнь умирал для себя. И Он всю жизнь жил ради славы своего Отца. И даже в такой момент, когда Его распяли, когда Он умер, появился ученик, которого нигде никто никогда не видел. Иосиф его звали. И он пришел, взял тело Христа и похоронил в своем гробе. В самом дорогом. Чему учит нас жизнь и дела, и слова Иоанна Крестителя? Учит очень много. Учит самоотвер. Учит тому, чтобы мы не к себе тянули людей, но направляли их за Христом. Жизнь Иоанна Крестителя учит, чтобы мы, даже когда направили, учили их постоянно следовать за Иисусом. Ведь людям всегда хочется повернуться направо и налево, учить людей смотреть только на Него. Жизнь Иоанна Крестителя учит нас, потому что если мы это делаем, всегда будут верные люди, которые позаботятся о нас на все время. Аминь. Аминь. Пусть Бог нас всех благословит, чтобы мы поняли учение Священного Писания.